прореживание. Для чего оно нужно? Чтобы растения хорошо развивались, им необходима своя площадь питания, достаточно воздуха и влаги. Многие мелкие семена трудно сеять, придерживая расстояние друг от друга. В начале роста густо взошедшие растения нужно обязательно прорядить. Густо посаженные растения в борьбе за место под солнцем будут тянуться вверх, в результате чего корневая система станет развиваться хуже. Если вовремя не провести прореживание, растения могут погибнуть. Поэтому так важно прореживание. Удаляют лишние ростки укропа, щавеля, горчицы, капусты, салатов, некоторых видов цветов. Если посадка очень сильно загущена, можно просто отщипнуть верхушки ненужных растений. Если посеянные растения взошли слишком густо, прорядите их на указанное на упаковке расстояние. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.